Сегодня приготовим запеченные дорадо с овощами. Из дорадо вынимаем все кости. Делаем надрезы вдоль позвоночника по обе стороны. Отделяем филе от ребер. Вынимаем позвоночник и ребра. Чтобы удобнее было, можно использовать ножницы. Не забывайте удалять обязательно жабры, а то рыба будет горькой. Овощи использовать можно любые на ваше усмотрение и вкус. Обжариваем овощи, доводим до вкуса солью, перцем, лимонным соком или соком лайма. Выкладываем овощи в дорадо, выпекаем дорадо в течение 15-20 минут, 180-190 градусов. Так как у меня дома газовая духовка и работает только низ, я подклировал рыбу газовой горелкой. Украсить рыбу можно любой зеленью, лимонным соком или соком лайма. Приятного всем аппетита! Спасибо большое за просмотр моего видео.